Fuck ебаные итальянцы. Как мы могли такое проебать? Что? Да всю эту хуйню, эспрессо, капучино, мы все придумали. А какие-то хуесосы на этом богатеют. Да, удивительно. Дело даже не в деньгах, это дело чести. Вся наша еда, пицца, кальцоны, баффало моцарелла, оливковое масло. У этих пидоров вообще ничего не было. Они говно жрали, пока мы не подарили им нашу кухню. Но вот это эспрессо, это самое худшее. Простите? Подходящий по описанию парень работает здесь. Зовут Эдуардо Арнос. Он и его любовник Гомосек оба работают здесь. Я достал адресок. Полли, ты меня слушаешь? Да. Так, опять разграбление итальянской культуры. Мы можем пойти взять этих голубков и закончить с делом. Two small coffee to yours.